Мисс Крофт, прошу прощения за беспорядок в фойе, но пока вас не было, прибыла довольно большая партия древностей. Я планировала разместить ящики в галерее, но почему-то включилась сигнализация, заблокировав помещение изнутри. Хуже того, рабочие отключили воду во всем доме, чтобы завершить постройку флигеля возле бассейна. Есть и приятная новость. Я нашел ваш пропавший дневник. Я положил его в тайник в вашей комнате. Всегда преданный вам Уинстон. Ну что ж, всем привет, друзья. Вот, как я обещал, поместье Лара Крофт. Как я обещал, что мы с вами закончили игру. Мы с вами поразили ту крылатую полудемону какую-то. Конечно, я бы хотел бы такие все крылья. Честно говоря. Ну что ж, сейчас будем проходить поместье Лара Крофт. Будем. Здесь тоже есть головоломки, всякие задачки. Так что сейчас будем проходить дом. Дом огромный, как вы видите. Даже не дом, а особняк. Поместье. Так, оставим тут. Пойдем сюда. У меня столько артефактов, да, конечно, вообще пипец. Так сказать, кошмар, но что-то как-то не подходит это слово. Интересно, от чего эта штука? Найдем от чего. Так. О! Так, меня блокировали. Да, у Лара Крофт даже есть тайник. Карта какая-то. Понятно, почему отец тут ни разу не заблудился. А, да, это карта лабиринта. Помню. Что это было? На этом месте в 6 веке до нашей эры между Авентинским и Палатинским холмами был построен большой цирк. Пока не могу достать без пистолетов. О! Пистолеты. Вот я смогу все достать. Во что бы мне пострелять? Когда испанцы почти стерли империю инков, горстка выживших спряталась в горах, где исчезла навеки. Легенда гласит, что они укрылись в таинственном городе Вилкабамба. Всякий, кто имеет представление о минералогии, придет к тому же выводу. Камень Изиды сформировался где угодно, но только не на земле. Пока он пытался унять дрожь, Гелиад достал отравленную стрелу из своего колчана. Испытание Гелиада, том 2. Море поглотило руины Атлантиды почти 10 тысяч лет назад, когда начали таять ледники. Блин. Так, сейчас разобьем. Я пойду другим путем. Нас там закрыли, но мы пойдем другим путем. Так,
это мне пригодится. Да, да, да. Я тоже то же самое, я сейчас только что хотел сказать. Так. О! Помните, я это нашел? Это мне тоже надо будет. Эта вещь должна быть в саду. Как она здесь очутилась? Я не знаю, кто-то принес. Лайнер Марии Дории так и не был найден. Однако охотники за сокровищами со всего мира регулярно прочесывают район, где затонул корабль. Под землей может случиться всякое, однако главная опасность, подстерегающая спелеологов, — отравление метаном. Этот газ трудно обнаружить в воздухе без специального оборудования. Корни индийского фикуса растут без устали во всех направлениях. Немало древних храмов Ангкора рухнули из-за того, что корни протиснулись в маленькие отверстия между огромными блоками. Блоками. Солнечные часы были придуманы тысячи лет назад и стали одним из самых первых устройств для измерения времени. На внутренней стороне обложки начертаны цифры 11, 2, 7. Интересно, что они значат? Так. Так-то лучше. У нас свой кот знает. Кот своего дома. Это опять пошел. Так, я дома. Пожалуй, надену что-нибудь другое. В купальню покажу. Да, что-то мне купальня не хочется больше. О, Мэдисон. Только познав нашу историю, мы сможем учиться на ошибках прошлого. Хорошо, что я поспать не могу. Розовый цвет — это новый черный. Так в смысле? Есть доказательства того, что древние эскимосы вырезали подробные карты родного побережья на мамонтовой кости. А с какого фига розовый цвет — это новый черный? Что-то как-то странно. Что это? Блокнот? Дневник. Интересно, читал ли его Уинстон? И Гилиад знал, что шестеренки его сердца никогда не закрутятся вновь, ибо он пожертвовал свою любовь для спасения царства, за которое так долго сражался. Испытание Гилиада, том 3. Медуза – страшное существо из греческой мифологии. Так. Нет штучки, как ее, которая это захватывает. Я даже знаю, где она, кстати.
сначала что-нибудь туда вот. О, ходим голыми ногами, без ботинок, как раз я вон так дома люблю ходить. Так. Здесь чего-то не хватает. Пойдем отсюда. Как отметил Чарльз Кейн в своей великолепной книге о железном занавесе, есть немало исторических фактов, оспаривающих пользу стратегии крепости во внешней политике. О, еще что-то. По легенде, правители Тибета спустились на землю по веревкам, привязанным к небу. Когда владыка умирает, небесные существа подтягивают веревку, забирая его тело наверх. Все, идем сюда. Да, здесь загадка как раз. Блин, медленно. Не люблю такие места, где надо медленно двигаться. Хочется все быстрее. Как? Опять заново медленно двигаться. Люблю такое все. Какого фига? А, у меня же не... Блядь. У меня же нет этой штуки. Блин, что я тогда... Пытаюсь что-то сделать. Я думаю, почему? Даже забыл, у меня же этой штуки-то нет.
Ага. Жаль, что пришлось это сделать. Мне туда пока что не попасть. Так ведь? Так, надо вспомнить, где находится эта фигня. Да? Значит, на улице. Точнее, в этом, как его, там, где... Где... А, нет, это и есть тренировочный зал. Попробуем в другое место. Идем на улицу. А, нет, все-таки вот тренировочный зал. Значит, там другой зал. Так, ну куда надо? Нифига. Эй. Как-то она, знаете, стоит как-то неправильно. А никак. Да никак не попаду. Так, я забыл, как мне на улицу выбраться. Вообще сейчас на улицу надо. Так, что-то я забыл. Там выбирался на улицу. Кажется, вот здесь вот. Да, во. С чем тут?
Это мне нужно этот какие-нибудь сиски. Да, время никогда не стоит на месте. Так. Вот она. То, что надо. Так, сейчас пойдем вот так вот. Вот так, блин. Идем вот в эту сторону. Так, сюда. Потом сюда. Так, я, значит, здесь нахожусь. Так. Во. Он поможет мне попасть в труднодоступные места. Это сократит мне обратный путь.
Так, ну, в принципе, мы Лара Крофт посмотрели дом. Я это самое, в принципе, ничего нет такого здесь в этом доме. Просто надо все активировать, все это самое, все вроде это самое включить воду, собрать все Лара Крофт, все оружие там. Ну, в общем. Все сделать так, как было. Ну, я думаю, что я на этом, похоже же, что и закончу все. С этой игрой я уже покончу, думаю. Ну, а с вами был, как всегда, я Драйгар. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем до свидания.